Всем привет! С вами Алиандр, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку Мопио. А вот эти вот ребята попали в этот ролик. Если и ты тоже хочешь попасть в следующее видео, то все, что тебе нужно сделать, это подписаться на канал, нажать на колокольчик, и ты всегда будешь знать, где, когда и с кем у нас очередная сходка, и сможешь приходить и играть на ней тоже вместе с нами в нашем клане, в нашей команде. А мы, ребятки, с вами продолжаем играть. Так, это тебе, друг. А, сюда я не протиснусь немного. Не смогу протиснуться. Так, тут у нас дракон. Дракон вроде наш. Так, слоника мы сейчас себе здоровье немножечко подберем. Так, это вам, ребятки, чтобы вы не сильно тут расслаблялись. Хорошо, куда мы идем, ребятки? Смотрите, у нас нашествие. Нашествие АЛ и АХ на карте. Очень много наших игроков. Сейчас мы будем тогда есть кого-нибудь другого. Видим, что у меня уже 1400, правда, ХП. Так, ну что, давайте мы дадим два раза кому-нибудь укусить. Флаю, например. Кусай два раза ты. Когда он, интересно, уже будет слоником. Давай, все нормально. Наверное, он, ребят, будет... Ай-яй-яй, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, своего мы уничтожили нечаянно, ребят. Зажали мы его между своими. Вот хорошо. Ай-яй-яй, к сожалению, взлетел. Он так, это АХАЛ у нас подошел. Так, ты че моего-то трогаешь-то, а? Ты че, дружище? Так, ты чё моего трогаешь-то, а, ребятки? Давайте мы его загасим, этого слоника-то. Так, давай вот сюда подальше отойду. Хорошо, Флай тут мне помогает. Спасибо большое. Сейчас мы его попробуем убить. Ах ты ж, ёлки-моталки. Тут на наших, ребятки, понападали-то. На наших ребят понападали. Здесь кобра. А, ее съели наши игроки. О, вообще нормальненько. Хорошо. Килл слона. Килл слона. Давайте слона убьем, где-то он тут бегает. Так, где-то он тут, ребят, бегает. Он нашего слил. Где же он? Где же этот слон? А вот этот слон. Вот ты где пошел, да? На, вот мы его сейчас ударили. Ах ты ж, там что это наш? Сейчас, ребят, воды нужно попить. По-быстренькому водички попить и побить слона этого плохого. Где же этот слон? Где он тут тусуется? Где он? Где он? Слоняра. Один кус, говорит Али, мне дает вкусить, спасибо. Спасибо. Спасибо, ребятки, большое вам. Так, это тоже наши. Так, что, тебе водички дать, что ли? Так, я же тебе дал уже воды. Так, а теперь мне нужно самому водички немножко. А то, ребятки, я сейчас умру. Дайте воды кто-нибудь, пожалуйста, ребят, дайте водички мне хотя бы немножко. Так, вот, хорошо, сейчас я немножко водички, ребятки, отопьюсь. А то совсем все было сложно. Нате, вот вам тогда двоим этим, хорошо, и тебя сейчас мы тоже завалим. Здорово, здорово, это наши, это опять наши. Так, ну чё, где тут вы? Так, тут видим мамонт, слоник и большой и сильный тигр. С одними играют, ребят, с одним тимом, да? Так, ну чё, ты тут у нас, где-то тут он, ребятки, сейчас вынырнет. Мы его завалим, этого чувака, который тут с нашими ребятками. А, вот, хорошо, давай, все хорошо, мы его завалили, здорово, теперь нас обратно, два слоника получается, и большой и сильный мамонт, ура, а, также дракончик еще наш, вот, и можно нам еще кого-нибудь ловить тогда, да, в Арктику, ладно, идем в Арктику, гоу, тогда в Арктику, в Арктику, 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 всем сказать, давайте всем скажем, что мы идем в Арктику. Там будет нормально. О, это бегемотики. Сейчас мы этому бегемотику еще покажем. А, нет, не показали. Это вот, ребят, наши. Приветики. Ты у нас зебра будешь тоже скушенная. Да, нормально, зебру я скушал. Немножко, да. Так, где тут у наши игроки? Так, осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, главное, никого из наших не трогать. Никого из наших не убивать. На, вот тебе тогда. Сейчас мы его задавим. Давай, 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 задавим мы его авторитетом сейчас. И этого нет, этого не получилось нам поймать. Кусать не дает обратно, да? А вот сейчас мы завалим тогда тебя хотя бы кого-нибудь. Давай, 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 давай. А, чуть-чуть совсем не получилось. Ну давай, чуть-чуточку, елки-моталки. Так, совсем малеха не вышла. Так, ну в принципе нормально. А, он мне дает возможность укусить его. Спасибо большое. Так. Так, еще разочек. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, видим, что Алмирчик у нас прокачался. А, еще разочек. Ну ладно, давай ты тогда. Ой, это наш. Нет, 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 он наш, хорошо. Так, это наш. Ну что, куда идем? Куда пойдем, кого будем бить? Так, кусать еще раз дает мне. Спасибо большое.
тебе, дружище, за то, что ты мне дал возможности качнуться. Ну что, куда мы пойдем-то? За мной, говорит. Ну ладно, пошли тогда сюда. Сейчас тут наш мамонт. Эй, давай за нами, за нами, за нами. Гоу за нами. Все, это наш мамонт, два наших дракончика, два наших слоника, дракончик, большой сильный жук тоже за нами тут продолжает сражаться, да, помогает нам. О, вот еще один мамонт, ребят, опять с нами, я Тим, говорит. Нет, этого чувака, он не наш Тим, нужно побить нам его по возможности. Так, это кто такой? Это Аикс, это наш, ребят, а ты вот, дружочек, уже не наш. Так, смотрите, сколько много игроков. Ёлки-палки, ребятки, сколько много... О, слоник. Так, ты наш, не наш. Чё мы будем с вами, будем бороться, нет? Будем мы бороться с вами или не будем мы с вами бороться? Так, вы чё тут, ребятки? Давайте повоюем немножко. АХЛ, это наш. На, вот тебе, дружочек, ещё, малёха. Сейчас мы попробуем отдать, да, небольшой такой презентик. На, это тебе. Вот, хорошо, практически мы съели его. Да, нормально оглушили чувака, съели его. Теперь мне нужна вода. Мне нужно побольше воды попить для того, чтобы восстановиться себе здоровье. Малёха, нормально. Видим, что два слоника тут у нас преследуют третьего слона. И также дракон еще с ними. Так, спасибо большое. Ну, непонятно, за что он мне такую вот честь оказывает. Так, ладно, этого не слона, а орла мы с вами вынесли. Что тут нам теперь делать? Кого нам теперь есть? Где же наши? Еще мамонт где-то наш был. И был наш еще слоник. Давайте где-то вот еще кого-нибудь поищем. Так, наши ребята. Потом еще наш был большой и сильный этот. Гоп самый низ, говорит. Наших нет. Нате вам, за то, что вы моего трогаете. На тебе еще разочек. И еще разочек. Сейчас мы его задавим, ребят, авторитетом этого слоника. Попробуем мы его задавить. Давай, гаси его. Нормально. Тут на нашего дракончика поналетали немножко, но наш слоник вместе с нашим дракончиком помог им. Ладно. Отсюда вот будешь ты скушен, наверное, сейчас. Да, я вот сейчас покушаю малеха, повосстанавливаю себе здоровье. Приветики. Да, спасибо большое тебе за это, что ты мне дал прокачаться. Так, это АХ, он наш тоже чувак. С АХами мы дружим, ребятки. Вот, я нашел наконец своего одного. Это хорошо, вот наши. Алмир нашли мы. Так, ты чё, слоник, нашего дракончика обижаешь-то, а? Ни в коем случае нельзя нашего дракончика обижать. Так, это, ребятки, наши игроки. Это, ребятушки, многие наши, многие не наши. Тут вообще серьезно сегодня маха. Сегодня очень хорошо получилось качнуться. Так, Алеандр говорит, это я понял, хорошо. Окей, друг. Так, а нет, не вышло. Куда мы, в самый низ идем, да? За мной, говорит. Ну ладно, давай пойдем за ним. Посмотрим, что тут еще вкусненькое будет-то. Вот мы его оглушили, орла. Так, орла оглушили. И тут три уже из АХа и из АЛа, три человека. Го, Алеандр, куда? Идем мы же, тоже идем же, вроде бы все нормально получается тут у нас. Че, будет у нас схватка мощная или че? А вот, сейчас я тебя съем, если ты будешь тут мне мешаться под ногами. Так, что-то нам там, где наш дракончик? А, ребятки, нам надо дракончику нашему помочь. Ай-яй-яй, как отсюда выйти-то? Как мне выйти ему помочь? Наверное, сейчас через самый низ мы попробуем. Вот сюда сейчас я подойду. Ребятки, о, нет, не подойду. Еще ниже нужно оборачиваться. Да что ж такое, слоник очень неподвижный. Очень, ребятки, неподвижное существо. Где же ты? Вот он. Сейчас мы с ребят с ними посражаемся. Так, это вот не наш. Так, что получил? Сейчас нам нужно его завалить-то. На, вот тебе, хорошо. Сейчас там наш слоник, наш дракончик будет его валить, этого вражеского дракона. Так, вот я его сейчас ударил маленечко. Ёлки-моталки, ребятки, меня уничтожили. Это жестяк. Я пытался помочь нашему дракону, и меня уничтожили, к сожалению. Так, ну ладно, кем я буду? Теперь я обратно качнулся, и буду я питоном. Отойдем сюда, в эту сторону. Немного подождем. Так, чё, орла я схрумал. Здорово. Орла я скушал нормальненько. Сейчас мы тогда еще разочек качнемся.
Так, это тебе, дружище. Будешь ты нас съеден или не будешь? Да, нормально, он съеден. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь у нас серьезный очень игрок. Ой, это наш стопе. Стопе. Что, обратно дает мне возможность? Да, обратно меня прокачивает, ребятки. Это просто жестяк. Он меня практически всего прокачал. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь сложно. Здесь на нашего дракошку там напали. Но мне водичка нужна. Срочно нужна водичка. Срочно. Водичечка моя. Нормально, сейчас я укушу немного его. Так, это не получилось как следует. Нашего игрока тут едят. Да, ребят, нашего игрока, союзника слили, к сожалению. Который вместе с дракончиком Орел был. Он играл вместе с нами, но его слили. Я, к сожалению, не мог помочь ничем. Потому что я, ну, слабее. Хотя бы если бы я был слоником, либо мамонтом на крайняк, я бы помог. А там слоник с одной стороны, паук с другой стороны. Вот этот вот Хай Алаикс говорит, сейчас тебе будет хай, как он тебя съест. А пойдем сюда еще разочек. Итак, я сейчас еще раз, наверное, тогда укушу и буду либо слоником, либо мамонтом. Я еще не решил, кем я точно буду, но кем-то я буду сильным. 100%. О, вот тут у нас и мамонт здесь подошел. Так, это мой игрок из моего подразделения. Так, ты что тут у нас еще бегаешь? Давай этого вот чувака сейчас мы съедим. Нет, не получилось его съесть, отбежал он. Он стал уже гепардом. Ударил он нашего слей, говорит. Наверное, он все. Спасибо. Сейчас я солью дракошку тогда. И буду я большим, сильным, пресильным, наверное, мамонтом. Го сюда, иди. Так, хорошо, ребятки, вот мы с вами практически докачались уже. Очень хорошо докачались, если честно. 940 тысяч хп у нас есть. Теперь я буду, ребят, на Северном полюсе. Здесь недалеко от Северного полюса крутиться. Если своих буду находить, буду помогать им качаться. Так, ну мне тут можно до Йети, в принципе, докачаться. Здесь совсем немножечко осталось до Йети, да. Видим, что тут вообще крапелюсечка маленькая. 40 тысяч хпшки мне нужно набрать. Я буду мамонтом. Мамонтом. Буду я Йети. А когда я буду Йети, там уже будет посерьезнее. Меня там уже вряд ли кто-то сможет съесть. Если что, я просто буду в летний биом, с летнего биома, вернее, в зимний переходить. И там будет уже все, думаю, нормально. Наверное, утки две мне нужно еще будет съесть. Или вот тебя. А, не получилось его, к сожалению, поймать. Давай. Нет, обратно не вышло. Так, куда ты? Мое. Да, все нормально. Нормально, ребятушки. Здесь очень все хорошо. Так, живи пока. Пойдем мы тогда вниз с вами. Будем кого-нибудь внизу на кого-то охотиться, кого-нибудь есть. Но нашим мы будем давать прокачку. Ну что ж, ребятки, наверное, я на этом буду видео заканчивать. Сегодня мы с вами обратно неплохо поиграли. Слился я своему же игроку из клана АЛ. Надеюсь, у него все получится, и он в дальнейшем еще выше продвинется и, соответственно, побьет мои рекорды, будет где-то в топе обязательно. Я на это очень и очень надеюсь. Я же стал после слития вот таким вот саблезубиком маленьким немножко, да. Так, и теперь можно мне попробовать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь мне нужно помочь вот ему тогда. Немножко, если... А, нет, не получилось, ребят. Хотел я спасти тоже саблезубика, такого же самого, как я был, но не вышло. Его все-таки засосал кракен и слил. Ну ладно. Что ж, ребятки, если вы хотите играть вместе со мной, вместе с моей командой в Мопио, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и приходить на новую сходку. На этом я буду видео пока что заканчивать. В следующий раз, конечно же, мы с вами обязательно продолжим. Также, ребятки, если вам нравится Roblox, если вы хотите поиграть еще и в Roblox вместе со мной, то подписывайтесь на мой второй канал, ссылка на него также находится в описании. Ну что ж, ребят, с вами был Лаляндр, до скорого, пока!